Всем здорово, с вами Макс Пауэр. На лайв-канале распаковочка. 30-й юбилейный выпуск посылок с Алиэкспресс. Он будет сборным, то есть я буду здесь разные эпизоды вклеивать, создавать одно большое видео, потому что приходят они партиями, и сейчас я первую распакую. Тут надо уже пользоваться, уже охота пользоваться тем, что пришло. Тут, скорее всего, инструмент, что мне и надо для постоянной работы. Мой инструмент, он, мягко говоря, сильно поизносился уже. И там чего только нету. Да. Давайте посмотрим. Рад, кто подписался на канал. Он посвящен электронике прежде всего. Первый маленький пакетик. Свисток V5.0. Вот это нужно. Сейчас протестирую. Всего стоит 98 рублей. Bluetooth свисток для джойстика PS4. У меня проблема была. Именно джойстик PS4 я хотел подключить к ПК, а он не видится. Представляете? Так это очень было грустно. Поэкспериментируем. Всего 98. На Озоне было где-то рублей 300 он стоил. Уже дорого. Но там есть хорошая версия, которая прям железно проверена. Но она стоила 500, а мне жалко 500 рублей. Причем еще может как мышка работать. Вообще клево. Это все благодаря драйверу DS for Windows. Суперская вещь. Попробую сейчас дешевым обойтись свистком. Эх, ничего Макс в жизни не учит по-любому. Какие-нибудь подводные камни. Это набор стикеров. Стикеров для любителей Star Wars. Звездных войн. Причем уже разрезанные, готовые. Осталось только наклеить. Очень-очень-очень много их тут. Смотрите, какой просто огромный. Огромная просто коллекция. Реально прикольно. Какие хочешь. Причем еще и с новых Звездных войн. Шикарно. Теперь можно всю технику и не только обклеить ими. Что по качеству материала? Не могу сказать, что топ. В каком-то ретро-стиле они все сделаны. Стикеров тут просто целая куча. Стоило дешевле, конечно, чем на Озоне. На Озоне дороже. И прям написано было очень много штук. Хорошие отзывы. Пожалуйста, ссылка продавца будет под видео. На карты больше похоже. Да, прям на карты такие. Клево. Вуки. C-3PO. Все есть. Дарт Вейдер, конечно же. C-3PO. Как правильно говорить, напишите. Star Wars. Имперский истребитель, штурмовик. В нем сидит по-любому. Like a boss, друзья мои. Вот такая вот приколюха. Sabine Empires. Это из старых, олдовых. Это шикарно. Они хоп, Новая Надежда. В общем, тут все. Я думаю, прям по всей фронте. Вот это вот прикольная штука. Я хочу такую помощницу. Кто знает, откуда она. Сильная и независимая роботиха. Клево. Мне очень понравилась она. Так, Warning Shocking Hazard. Это еще мини есть. Какие хочешь, смотри. Можно прям на что угодно клеить. Ноутбуки. Вон карта, реально карта. Дарт Вейдер. Это король или балет? Скорее туз даже, да? Amphysis Nest. Что-то я не помню. Скорее всего, это из новых, которые недавно совсем еще не смотрел. Это те самые роботы. Собратья R2-D2. BB-8. Честно, мне он так себе понравился. R2-D2 намного круче. Значки всяких формирований галактики.
вселенной «Звездных войн». Это вообще на Шредера похож из «Черепашки». Но это все по фильмам. Где-то все это встречается. Надо смотреть. Это из старых. Алдовых. Некоторые даже еще и говорят трушных. Но я не согласен. Мне, в принципе, даже, конечно, со скрипом нравятся и новые. Но в основном мне нравятся почему-то новые ответвления от фильмов. Вот. То есть не прямые продолжения, а именно вот типа «Изгоя». Такие вот вещи. Как бы смотреть за кулисами, как это происходило и что предшествовало. Подожди, сиквел, приквел. Как все правильно называются вещи. Вот он, R2-D2. Спин-офф. Во, спин-офф вспомнил. Спин-офф. Типа ответвление. Еще одна карта. Тут еще и в карты можно поиграть, серьезно. Дарт Вейдер vs. Люк Скайуокер. Волкер. Волкер? Или Волкер? R2-D2. Тут прям куча вообще. Интересно. Может быть, это копирка с каких-то очень клевых стикеров, профессиональных какие-нибудь. Похоже как будто. Потому что очень качественно сделано, реально. Посмотрите, тут можно в каждый раз сидеть и взглядываться прям. Рассматривать в подробностях. Restrange. Вот как раз изгой, кажется. Чё мне так она понравилась? Сам не знаю. Надо пересмотреть. Блин, клёво. Вообще, буду сидеть сейчас после видео рассматривать их всех. Я вам просто покажу по-быстрому вот так вот. Потому что реально много их. И чтобы вы примерно представляли, там на картинках даже не все видно. Вот теперь я все вижу. И это клево. Это просто реально клево. Даже 500 рублей, сколько они там бы стоили бы. Не жалко за это отдать. Потому что их очень долго буду использовать. Очень-очень долго можно их. На всю жизнь может хватить, если правильно наклеить. И никуда не денутся, что им будет. Вот это вот. Написано old. Solo. Ага, solo, да. Соло, вот новый, кстати, сериал. Я вообще, по-моему, не смотрел. Или только одну. Нет, это сериал «Мандалорец» смотрел. Вот это мне тоже понравилось почему-то. Вот как раз, по-моему, близко к этому. Но это первый орден, нет, другое. Ух, интересно, интересно. Амидала Падме. Падме, точно. Больше в аниме стиле таком. Дарт Вейдер, страшный Дарт Вейдер. Мне даже в руках держать страшно, настолько он. Ух. О, пингвинчики. А, ну да, вот это вот мне не самое честное зашло. И опять роботы. Похоже на тот. И бип-бип-бип. Вот этот бип-бип-бип я поставлю себе на левел. Круто! Просто вообще. Хорошие сборнички, считаю. Прям мне понравилось. Так, ну это не все еще. Это не все еще. В первой партии посылок. Блин, я ожидал, что карик придет. А карик еще идет. Там крутой карик с Марио 3 для Дэнди. Так, ну это уже штучки-дрючки для непосредственной работы с электроникой, с ноутбуками. Особенно в частности, скажем так. Похож на какой-то медицинский инструмент, но сделан не очень-то и качественно. Да и стоит, конечно, он дешево. Короче, это присоска. Это вакуумная присоска для снятия чипов. Да, вот все это можно растерять. Как он вообще одевается? Как будто даже не прорезано. Что за такое? Что за качество? Алло. Вообще тройбас поставлю за это. Смотрите, там. Разве так он должен быть? И что он присасывать будет? Сейчас посмотрим. Чуть фигня какая-то. Ну, смысл в том, что разогреваешь.
Вообще фигня полная. Он вообще работает, алло. Офигеть. Дела, конечно, дела. Он сломанный. Довольно сильно сломанный. Просто две части перегнуты. Вроде аккуратно нес. Короче, этот вакуумный присос нифига не работает. Починить его, клеем залить. Ладно, клей куплю, залью, потом посмотрим, еще раз поэкспериментируем. Может, я что не знаю, но должен же присасывать. Он вообще близко даже не присасывает. Тут никакого не будет вакуума здесь. Ну, в кавычках вакуума, конечно. Вакуум даже в лаборатории создать нормально. Очень-очень-очень-очень тяжело. Все равно будет даже не вакуум. Ладно, да, что-то инструмент, конечно, вообще отстой. Ну, блин, я самый дешевый берем. Для эксперимента пробовал. О, микрокусачки. Вот это полезная штука. Это полезная штука, я давно хотел. Есть у меня мои любимые большие советские, которые я опять куда-то посеял. Вы их видели все время, красные, огромные такие. Они жутко неудобные в некоторых местах бывают. Чтобы отрезать именно концы на платах. Вот где они теперь? Куда их? Куда их дел? Вот когда нужно показать, их нет. Ладно, в любом видео видели, там такие огромные. Они для вот таких проводов. Толщиной. Фу. Ой. Фу, какой вы запах неприятный от этой резины. Как от покрышки автомобиля что-то похоже. Фу. Вот, ну это кусачки. Бумагу, конечно, они вряд ли смогут резать. А вот выводы деталей, я думаю, вполне. Что-то не знаю. По качеству металла так себе, на четверку, наверное, с виду. Если не на тройку. Это явно не швейцарская сталь. Так, вот возьмем доноры, которых я постоянно паяю, выпаиваю. Вот что-нибудь там. Запаял, вот так, хоба. Да, удобно. Вот это плюс, это большой-большой плюс. Просто шикарно. Вот так, видите, все четко, красиво, ровно. А вот этими огромными их не получается так сделать. Ладно, попользуемся. Все это попользуемся и посмотрим. Там уже прямо и на стримах, и видосах буду говорить, отстой это или нет. Пока с виду, ну, на четверку с минусом. Из-за запаха минус поставлю, так на четверку упадет. Но вот уже дешево. Не так дорого все беру я. Это вся посылка рублей, ну, 600, наверное, может, вышел. Вот, это... Там предел 10 баксов мне вот накапливаю. С Алиэкспресс кэшбэк приходит, я покупаю как раз такие штуки. А это пинцеты. Пинцеты. Пинцеты, это прекрасно. Пинцеты, это то, что нужно. Тяжелые. Ну что ж, так же все делаю, по отзывам беру, там на самом, нажимаешь наверху, типа самые покупаемые. И вот три штуки там было, вот таких пинцета. Могу сказать, что по качеству, ну, тоже на четверку видно. Они не гнутся, например, как мои старые. Вот такие вот я плюшки всякие пользую, они даже... Не знаю откуда, может, это из фикс-прайса. Вполне похоже. Вот это еще как-то более-менее, хотя он весь гнется. Это вообще не металл, а жесть какая-то, как будто. А этот гнется тоже весь. Я просто замыкаю контакты иногда, детальки еще. И то неудобно. А вот эти прям выглядят посолиднее. Даже стучат. Видите? Да, он прям такой. И заостренный. Ну-ка. Когда заострено, конечно, очень удобно это делать. Например, детальки вытаскивать. Рассматривать. В принципе, хорошие. Мне нравится. Даже, знаете, четверочку с плюсиком поставлю им. До пятерки с плюсом, может быть, чуть-чуть не дотягивает. Но по весу неплохо. Мне вес нравится. Вот это вообще невесомая штука. А тут прям берешь, чувствуется нормально. Нет, ну эти тоже справлялись. Всегда, в принципе. Всякую
мелочевку как раз поднимать. Ну, этим мне нравится больше. Что ж, ладно. Спасибо вам за донаты. Еще не прощаемся. Будет дальше распаковочки. На следующей неделе схожу, куплю что-нибудь. Ой, куплю, говорю, заберу. По-любому что-нибудь пришло. Блин, конечно, пролетело я с этим вакуумным. Я чипы снимаю по старинке. То есть там берешь этот самый большой. Мне специально это был. Еще одни, кстати, тоже дешевенькие щипчики. Это, по-моему, косметические, поэтому они все такие. Вот у меня для чипов был такая вот прибута самодельная. Тоже из пинцета вот так делаешь. Ну, из-за этого можно все ножки погнуть ему. Так, короче, у меня, блин, что-то теперь дофига их стало. Ладно, попользуюсь, остальное все выкину. Надо все проверить, весь инструмент, уже половина сломанного. Ну или хотя бы ушатанного убрать до конца. Из полезного стикеры, из полезного пинцеты и, конечно же, кусачки. Вроде ничего так. Нормально. Ладно. Машину времени включаем. Спустя 3 недели, вторая часть нашей большой распаковки. Опять много посылочек. Шикарно. Только что пришел сегодня с почты. Я не смогу ночь провести, не зная, что в этих коробках, что в этих пакетах. Так, тут сборник. И тут тоже. Ого! Сколько тут всего? Так. Начнем с самых маленьких. Самые большие, самые интересные. Опять стикеры. Опять наклейки. Да, я тоже их заказывал. Они должны были еще прийти тогда, но пришли в этом. О, это такие. Так называемые предупреждения. Предупреждение чего именно не знаю. Надо каждый изучать. Опасность, опасность. Вот это прикольный значок. Опять же, сталкерская тема. Dangers. Так, что-то там. Видеонаблюдение. Батарея. Я очень люблю тебя. Злые коты. Прикольно. Это тут классно тоже. Так, сейчас посмотрим. Угу. Интересно. Ну, ссылку я оставлю под AliExpress. Предупреждающие такие, но они наклеиваются также на любую поверхность. Всю квартиру обклею. Супер. Ого! Еще насыпали чего-то. Это наша любимая радиотехника. Радиотехника 78-05. Наконец-то пришли. Я всех уже использовал, все, что были. Приходится их выковыривать с разных плат, в том числе и в техники. Это классические стабилизаторы, которые мы чаще всего видим под Энди и Сегом. Но на самом деле они используются много где. Это у нас в коробочку радиодетали для ремонта бета-техники. Там иногда используются маленькие, а иногда нужно большие, всего вот эти посильнее. Там 1 ампер, по-моему, идет вот таких. А которые мелкие, не всего 100 миллиампер. И хватает, конечно, для запуска чипов, там, процессоров, но типа такого, что-то он и запустит, а вот моторы от него уже надо через стабилизатор, например. Опять на 555 копия, один в один генератор. Я такой недавно спалил, а мне очень нужен он. Стоит 50 рублей, очень полезная схема, моргает. Что самое главное. И если включить питание, вот сюда подать, то она будет у нас моргать. Я не помню, какое напряжение, но 5 вольт для начала. Как-то ее спалил, она так нормально работала на разном напряжении. Тут бац, что-то я где-то превысил, и все. Хотя конденсаторы тут до 50 вольт написано. Ну, опять же, если стабилизатор добавить, вот тоже 78-05, ничего не пойму. Что это он не светится-то?
И он так медленно светится. Это очень мало. Разная частота. Но самое главное, это я для теста осциллографа использую. И плюс для настройки всяких необычных схем. Их нам нужно запускать на определенную частоту. И вот эта штука дает то, что тебе нужно. Ну, таймер 555. Мега полезная вещь в нашем деле. Далеко ходить не надо было. Просто на нижней он долго моргал, поэтому мне казалось, что нет контакта. Вот так, например, самая низкая частота. Можете сделать моргалку на ней. Удобно. Ну а там выше, выше, выше и вплоть до килогерц. Как раз с помощью осциллографа я вот эту штуку и тестирую. Давайте самую высокую поставим. Вот, вот, вот как раз то, что нужно. 86 кГц показывает. Видите? Все четенько. Ну и покрутить туда-сюда, она будет увеличиваться, уменьшаться. Увеличиваться частота, уменьшаться частота. Это круто. Когда первый раз думал, просто игрушка, но это серьезная вещь для настройки. Вообще лучше генератор иметь хороший, потом сделать самому, собрать. Типа лабораторного блока питания, то, который дает частоту разную. С этим много чего можно сделать. Даже проверять те же самые усилители. Кстати, вот это усилитель. Усилитель очень-очень клевый. Тут всего два канала, правда. Но все готово абсолютно для подключения. Вход, масса плюс, правый динамик, левый динамик. Это D-класс, но мощный. Куда-нибудь красивую плату. Мне она сразу понравилась, просто чисто визуально. Она очень красиво выглядит. И, собственно, также красиво встанет в какую-нибудь технику. Можно мини-ПК замутить. Не знаю, аудиосистему по-простому. Ну, конечно, звук я не люблю D-класса, но для таких простых дел компьютерных иногда сгодится. Да, особенно подделок. В общем, хороший усилитель. Там мощность я точно не скажу сейчас. Она пишет одно, но по факту надо тестировать. В зависимости от, наверное, все-таки напряжения приложенного и, собственно, сколько ом-колонка идет, такая мощность будет. И что-то около 10-20 я слышал между ними. Это очень круто. Раньше, в советское время, я помню, чтобы даже 20 ватт вытащить, нужно было вот такие вот приставки. Теперь все это можно разместить одной маленькой платой. Заменить кучу аналоговой техники с помощью цифры. О! Да, я же хочу заняться ремонтом ноутбуков. И эта штучка флюс. Флюс для как раз снятия БГА-чипов. NC-559. Про него мне много писали, говорили. Я, похоже, заказывал. Тот мне не очень понравился. Тяжело с ним паять было. Вот попробуй теперь этот. Ну, с помощью фена, конечно же, ИК-станции нету. Но я думаю, маленькие чипы точно справятся. Целых две штучки. Довольно недорого вышло. Хороший комплект. Две иголки здесь еще даже идет. Такие вот. Полые. Трубки, я сказал бы. Два плюса. Цена небольшая была. Ссылка под видео. Посмотрите то, что нужно для наших паяльных дел. Блин, а где самое важное? Я кое-что другое здесь жду. Еще один модуль. Модуль для DIY. LM20. 5,76. Это ин-вход, выход. Да, это просто по-любому USB модуль на два порта для зарядок. Скорее всего, 12 вольт. Сейчас мы подадим сюда немножко и посмотрим. То есть, если вам нужно питание 5 вольт, вот сюда подается большее напряжение, выдается ровно 5. Это такой стабилизатор. Так, ну, показывает USB-доктор 4,91. Сейчас я входящего уменьшу. Около 5 уже падает до 3. Максимальное 20 выдаю. 5 вольт. Четко. То есть и при 5, и 20.
но при этом это же DC преобразователь. Здесь чем больше входит, тем и больше ампер запасом будет. Ну, и все напряжение просело. Микросхема греется. Получается 5 вольт 1 ампер. Ерунда. Я думаю, больше будет, как всегда. Надо, если делать, то делать, как вот в Денди БТР мы делали. Там нормальный USB, потому что там большой и мощный жирный преобразователь. А это что? Это идет слабо. Я думал, будет больше. Ну, короче, это как-то от ноутбука заряжать. Два порта по 0,5 ампера. Ну, бывает разочарование. Но она и стоит недорого. Я максимум трачу 500 рублей на что-то очень дорогое. В кавычках. Когда заказываю. За редким исключением. Вот сейчас я ищу картридж. Должен быть картридж. Я думал, он пришел. Нет. Super Mario 3. Где ты? Уже больше месяца прошел, когда мы заказывали. Это, конечно, все мне нужно. Безумно нужно. Это конденсаторы для ремонта бытовой техники. 4,7 микрофарад, 400 вольт. А потом 25 вольт, 470 микрофарад. То есть входящие, выходящие. Еще один на 35 вольт, 470 микрофарад. И 10 микрофарад, 400 вольт. Ну, короче, полный теперь набор. Это как раз постоянно летящие цепи блоков питания бытовой техники. Все это для ремонта очень-очень мега полезно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. По 10 штук в каждом. Целый набор. Ссылку на продавца оставлю. Там, в принципе, неплохо по отзывам. И... ну, по качеству сравним. Ладно, давайте уж сравним. Конечно, это не Рубиконы далеко, но для ремонта пойдет. Главное, что новое. Вот возьмем какой-нибудь ближайший. Блин, даже как-то пропечатано ужасно. Что за фирма? Чан. Просто Чан X. Чанг X. О, если вот так смотреть. Я такой даже не слышал. Так, конденсаторы низковольтные. Это 470 микрофарад 25. Это на выходящую цепь. В принципе, 0,15 нормально, слушай. Даже неплохо. Очень даже неплохо. Так, запасник. Посмотрим. А вот эти вот, которые высоковольтные, например, самые мелкие возьмем. У них обычно высокий ESR. Не знаю, с чем это связано, но тогда мне попадались с высоким. О, да, тут ESR тоже высокий. 6,4. Печально. Вот недавно как раз на распаковке, помните, смотрели, ну, на стриме на большом канале. Вот это вот Рубикон настоящий, 14 лет работающий исправно в большом телевизоре, имеет 1,4 ESR при своем огромном напряжении, 450 вольт. Так что качество есть качество. Эти, конечно, пойдут, но они такие. Именно для бытовой техники пойдет. Я просто встречал такие же даже и на 8 ESR был. Ну, типа там, чем больше напряжения, тем это не так критичнее. Но все равно. Вот по таблице ESR 10 микрофарад, 250-300 вольт, это около 3 Ом должно быть. А там сколько было? 6 аж. Что-то многовато, напишите. Ты можешь где-то Рубикон найти. О, вот это вот нужно. Вот это вот мне нужно было. Не, прикиньте. Я где-то посеял 3 тюбика ГД-900 от моего подписчика. Один подарил, два использовал, еще 3 где-то в запасе было. Помните, мне дарили много ГД-шек? Еще я там брал. Ну, в общем, 6 штук было, в общем, 3. Все исчезло. И вот я себе заказал большой тюбик ГД-шки. Именно большой такой. ГД-900, 15 грамм. Made in China. Ну, кто же еще? Да, свеженькая. Очень даже свежая. Шикарно. Ну что ж, это вот вторая партия посылок. Блин, где карик? Но это будет отдельный большой обзор. Нет, карика нет. Я думал, именно он пришел. Я за него отдал 1200. Грустно. Пойду наклейки наклеивать. А, вот еще, смотри-ка, что-то. Внимательно проверяйте. Тут, смотрите.
опять ремонт БТ. Скорее всего, это семистеры. Да, это БТ-16600Б. Мега популярная вещь в наших делах ремонтных. Короче, семистер хорошей мощности. Ну, немного, конечно, тяжело открывать его. Кто разбирается, кто шарит, понимает, о чем я. А с другой стороны, он везде используется. Особенно в стиралках я их меняю. Чуть не выкинул, блин. Мне они так нужны были, постоянно их. Когда нет, нужно, приходится все распаивать. Все уже расковырял плату. В поисках запчастей. Ладно, не прощаемся. А вот и третья часть. Финальная. Посылки с Алиэкспресс. Блин, долго я ждал эту посылку. Что-то в этот раз даже 3 месяца. Ну, не 3 месяца, а где-то 2 точно прошло. Модули. Все дольше и дольше. То ли проблемы на таможне, то ли проблемы где-то еще. Итак, электроника. И не только. Давайте раскрывать. Будем это делать рандомно. Напишите, какую вы электронику заказываете. О, наконец-то. Да. Он пришел. Всего 300 рублей. У нас эти кейсы рублей, ну, 500-600 даже, наверное, продаются. Кейс для моего любимого смартфона S9 Plus. Симпатичная. Вот такого цвета разные существуют они. Это типа противоударно, да еще и на магнитной какой-то основе. Ну, прям круто. Очень четко сделан, смотрите как. Нормально. Please don't turn it up. Это что такое? Это снимается? Ладно, пускай будет. Такая текстурка. Это металл вроде. Или алюминька. Вот это металл. Да, это можно как раз ставить на подставку. Вообще для машины больше. Ну и так таскать. Ой, мой-то совсем уж ушатанный. Это оригинальный кейс, его не найти такого у нас в городе, я по крайней мере искал. Новый что-то 1002 что ли стоил. Ужас, вот эта вот накладка. Да, да, Galaxy, Samsung, Made in Taiwan. Ну, блин, она такая приятная. Текстура вот здесь вот была. А телефончик как новый. Да, хвала Samsung. И покрытие вот этого, Gorilla Glass или что это там такое. Самое крутое было в 2018 году. Видите? Ну, скажу, конечно, прям совсем новое. Если вот так присмотреться, где-то уже микроцарапинки есть. Все-таки без всякого стекла защитного таскаю. Ну, задняя часть вообще как новая. Вот камера у нее постоянно заляпывается, поэтому постоянно тряпочку приходится либо с собой брать, если уж фото на него где-нибудь, либо тут еще одна лежит перед съемкой. И стримы я провожу с него, поэтому надо обязательно камера, чтобы была четко, иначе будет все в бликах потом. О, сел как родной. Четенько. Так, кнопочки работают. Камера. О. А, ну да, камера работает. Вот так можно прям таскать. Четко, просто здоровый стал. Он так не маленький, S9 Plus. Ну, выглядит поприличнее, правильно? Я бы даже сказал, футуристично, да, киберпанковски. Мне нравится именно такая золотая, ну, серебристая вещь. Еще красный хотел, но у меня уже есть красный. Это мой A6. Похоже, у него чехол. Тоже 100 лет назад брал, было по сути с Алиэкспресс. Эта штучка здесь, ну, беспонтовая, отвалилась, пластиковая. А остальное тут нормально, держит он. Его много-много-много распадал. Здесь все заливалось пивом еще. Но это никак не повлияло. О, вот, видите? Я это не специально.
Жесть. Вот поэтому мне такие надо бронебойные кейсы. Вот этого еще более бронебойный с виду. Ну, похоже, да, похоже. Такой пластик, софт, точили, типа того, мягкий, как резина, что-то близкое к этому. Хотя больше на мягкий пластик похож. Но вот эта штучка прикольная. Хотя, будет ли мешать она мне в джинсах? Это я пока не знаю, тут такое не было. Ну, посмотрим. Сейчас шорты пока засуну. Ну, в шортах ощущается он как здоровая лопата. Потаскаю, посмотрю. Ладно, главное, есть новый кейс. Если на выход, то можно и такой теперь взять. Мне нравится такой стиль. Прикольно. Заказывать уже не первый-то заказывал. Еще раньше, помню, для Z-ок заказывал много чехлов. У меня одна из Z-ок вот такая вот была последняя. Ох, вот она. На ней спринтер уже побегал. Вот такой чехольчик был. А, дешевенький, 200 рублей он был. Положу-ка его сюда. Ладно, Макс, хватит тут. Какой-то чехол-алюб прям. А этот, не знаю, в подвал кину про запас. Хотя он очень стойкий на самом деле и очень приятный материал. Если бы новый был, я бы с удовольствием новый такой, конечно, заказал. Но нету, нету в магазинах у нас. Есть беспонтовые, эти прозрачные, короче, силиконовые, тонкие такие. Я их пробовал на ощупь. Так выглядит ужасно. О, тросики пришли. Точнее, пасики. 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 А у меня есть пасики теперь. А значит, починю я все магнитофоны. Что-то они какие-то тонкие. Прям совсем тонкие. Это вообще для чего? Ну, вот это еще, вот эти вот, может, более-менее для плееров подойдут. У меня просто парочку сейчас кассетных мафонов будет, а потом еще больше принесут. И там, скорее всего, их надо менять. Но что-то я думал, они будут побольше. Это вот 150 рублей, по-моему, комплект. Все ссылки под видео, посмотрите. Где? Вот это вот, типа такого мне нужен был. Какой-то он совсем еще... Да не скажу, что он прям точный. Тут от точности, конечно, одно название. Я даже на глаз вижу, что вот здесь толще, а тут тоньше. Да уж, качество на трейбас. Ну ничего, не сыпется хотя бы. Резинка такая. Да, нормальная резинка, слушай. Несмотря на то, что тонкий. О! Не пойдет вроде крепкости. Может, два тогда одевать? Напишите, можно так делать? По два тросика. Ох уж, это точность, конечно, будет офигительная. Ну, как-то так. Тросики. Надо их... Ой, все, один потерял. Один сломал. Один потерял. Как в том анекдоте. Ну, тут сложно замерить. Но здесь 0,5, 0,6, что-то такое. 0,5. Да. Тонковато, тонковато. Следующее. Ух, какая ностальгия. Ну, это будет отдельный выпуск. Не знаю, на каком канале. Скорее всего, на Max Power TV. Да, на Max Power TV. Это мой первый мультиметр. Ну, что это такое? Трещина. Трещина. Зачем? Зачем? Ой, шесть какая. У меня в детстве был точно такой же мультиметр. VX, что-то такое, 1000. Прям один в один. Давай же распаковать. Придется распаковать, пойдем, он весь потресканный. Ну, стоит, конечно, не так дорого. 300 рублей. Или вот даже меньше. МФ-110 тут написано. Это же электрическая схема, и смотрите. Прикольно. Сейчас все сверхтехнологичное, электрическое, цифровое. А это полумеханическое, индукционное. Ну, в смысле, здесь катушка, и она отклоняется, стрелка. Отталкиваясь от магнита. Да, имя мерил, мне это очень нравилась штучка. Сам изучил, даже никаких интернетов тогда не было. Всех этих. Ну, блин, трещина, ну что, кто его ударил, а? Зачем?
пластик, он любит трескаться, тем более такой, не самый дорогой. Теперь будет две стрелки. Как раз она на 3 вольтах треснула. 3 вольта, в принципе, нормально. Многие сейчас вещи, и раньше, и сейчас можно настраивать на 3 вольта. Да? Просто, ну, помню, такие, ну, профессиональные мультиметры и научные, у них там такая штучка подкручивается. Вот так. Красненькая стрелочка отдельно идет. Или черная там. Расстройство, расстройство. Вообще, в этом году год неудачных посылок у Max Power. Хотя пришло еще далеко не все. Будут топовые посылки с самыми лучшими вещами. Две суперские вещи в этом году я купил себе и на день рождения, и на канал. В общем, топовая покупка будет. И если вот она придет сломанная, то все. То считай. То все. Макс будет горевать и горевать. Долго и долго и упорно. До конца года. Потому что не обломилось. Так, это, короче, набор термодатчиков. Да, наконец-то у меня теперь термодатчики. Это мне вот в этот наборчик. Надо тут порядочек навести. Постоянно его туда-сюда тягаю. Это у меня набор для ремонта бытовой техники. А эти термодатчики тут имеют разное сопротивление. Готовые терморезисторы, по сути. Вот 10 кОм, самые популярные у нас будут использоваться. 3 кОм тоже часто использую. 4,7, 5 кОм. В общем, все вот эти значения, даже другие, нам пригодятся для наших DIY-поделок. Ставите термодатчик, например, на 4К7. Термодатчик-резистор. Такой делитель получается. А между ними транзистор впихиваете. Если напряжение, когда нужно, установится, то есть температура нужно установилась, транзистор что-то открыл. Можно на 3 деталях собрать какой-нибудь реле тепловое или типа того. Да, много всего можно сделать. А это мне нужно еще и для... И самое главное, ремонта бытовой техники. Ремонта вот таких вот плат. Видите? Сейчас пока я статически напаиваю, а это у нас как бы динамические. Ладно. Давайте сразу. А вдруг он не работает? А то сейчас буду видео пилить, а он не работает. Короче, первый механический мультиметр. Стрелка. Ну, вот многим нравятся стрелочные приборы, типа вот, вот так он устроен. Там вообще ничего сложного. Еще, ну, кстати, а все-таки это не тот, который у меня был. Да, я уже вижу. Резистор такой же, без пантомики, подкрутка все время отваливался. Но здесь SMD-шные компоненты, их видно. Это уже новодел. Никогда не знал, что дешманский вот этот мультиметр, он реально самый дешевый, по-моему. Я буду называть новоделом и староделом. И даже ностальгировать по своему, который был реально староделом. И там вместо SMD-шного были большие резисторы. Кстати, SMD-шные, они, наверное, еще и не очень-то и хорошо выдержат нагрузки. Ставим такую же дешевую батарейку. Она даже не вылезает. Не. Как? Вот так вот. Ничего, впихнем. Да, это не юнит. Ничего. Опа, видали, как стрелочка показывает. Тут еще вот эта штука, она как раз подкручивается. И тут регулируешь ноль вот этой переменным резистором. Вот, ставим, например. Блин, я же забыл, что такое X1, X10. X1 это до 1 кОма получается, что ли? Пипец, забыл. Давайте 4К7 измерим как раз. 4К7. Или 4700 Ом. Показывает 3. Ну, да, это... термо. Вот здесь теперь 4,7 показывает. По идее, при комнатной должен показывать. Что ты вообще показываешь? Ну-ка. Да. Это, конечно, стрелочные приборы самые точные, но это точно не про него. Вроде 4,7 почти. Видите, верхняя
Ому верхняя же, да, верхняя. О! Пошли к нулю. Медаля. Четко. Хоп, и все. Охлаждаем. Прикольно, прикольно. Вот как раз для начинающих, для изучающих радиотехнику, возьмите такие штуки. Кстати, датчики вообще дешевые. Что-то там 100 рублей, вот это целая пачка, тут очень много их. По 10 штук каждый. И вот посчитайте, сколько тут всего получается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 100 штук, 100. Это круто. Это круто. Что-то и тогда-то качество было ужасно, но у этого совсем оно слабенькое. Ладно, хоть напряжение-то мерит. Мне он нужен чисто по ностальгии. Он мне, конечно, не нужен как прибор основной. У меня есть даже вот этот лучше. Даже DT-800. И то получше он работает. Я тут модифицировал болтами насквозь. Теперь плата притянулась, и он показывает. Но опять крона сдохла. А, нет, слушай, крона еще одна есть у меня. Так, где тут плюсик, минус? Как всегда, ничего не подписано, да? Ну, тут типа красный провод, значит, это даже не подписано. О, видали, работает. Только прозвонки нет у него. Вечная проблема с дисплеем. Ну, тут хотя бы цифровой, ну, такой. Да, вольт здесь красная шкала, и она вот здесь снизу. Видите? Если так посмотреть, он показывает, фиг его знает сколько. Вот так больше, вот так меньше. Что это? Что, под гравитацией, что ли, стрелка? Так, 1 вольт показывает. 1 целая. Ну, в зависимости от угла обзора, до 1/10. Yeah. Обожаю старые мультиметры. Так лампово раньше было. Сидишь, гадаешь, сколько там. Ну вот этот сколько покажет. Тоже забыл, как пользоваться. О. DC до 20 вольт. Ну, Макс, что творишь? 1,32. Это больше к истине подходит, мне кажется. А вот нормальный прибор. Серьезный. Спасибо братьям Кошехлёвым. 1,35,5. Точнее, 5 тысячных. 357 тысячных, короче. Ну, так вот как-то. Поэтому эти стрелочные приборы, вот этот, он точно не... Да, наверное, советский какой-нибудь ЦЭшка крутой. Он может действительно точно показывать. Там стрелка потоньше, и шкала пошире. Вот этот приборчик по своей цене уделывает любого, по крайней мере. Даже он... Вот этот 500 где-то стоит у нас. 500, налишки дешевле чуть-чуть. И тут налишки тоже там 250-300. Как-то так. Да уж. Все равно обзор запилю. Не знаю, там еще много чего можно померить. Напряжение, постоянку, переменку. Микроток он мерит. 0,5. Я помню, как-то слюнявил. И через меня все равно можно было ток померить. Но не в этот раз. Посмотрим. Следующее. Фига, такая огромная. И всего лишь микросхема. Это генератор. Генератор, таймер. Его еще как его только не называли, как его только и в схемах не подключали. Но смысл один. Дает нужную нам частоту. Пару деталей кидаешь. Там регулируешь как надо тебе, он тебя долбит. Долбит диджитал.
Можно моргалку сделать из простых вещей. Так, это что у нас? О, это опять БТ пошло, да. Сейчас у меня каждые теперь 2-3 месяца пополнения. Запасов обязательно. Это у нас баянистые схемы, которые вечно летят не вовремя. Опять на 555. Зачем? Это DIY больше относится. У меня еще одна коробка есть. Где это у меня там? Это для Arduino будем изучать потом. Так, пока не распределю. Вот всякие Arduino плюшки. Вот. Это туда лучше. Да и вот это тоже туда. К бытовой технике это мало относится. Вот тоже DIY. Опять 555. Да что ж такое? У меня прям потребность генератора была. А, я знаю зачем. Короче, у меня мастер еще. Эта штука точно уже готова. Тихо. Вот. Мне мастер, короче, вот такую штуку принес. Это драйвер для инверторного компрессора. Ну, короче, для инверторного двигателя, мотора. В разных устройствах, в том числе особенно в холодильниках требуется. Чтобы их проверить, нужно его подключить. Но он такой хитрый, ему туда нужно сигнал давать, вот сюда вот. Нужны частоты. А вот эту частоту как раз с помощью генератора можно подобрать. То есть вот так вот приконектить их. 5 вольт взять. 5 вольт есть, это стабилизатор. И все. О, кварцевый резонатор куда-то делся. Ну ладно. Короче, вот эта штука с этой скрещиваешь, и получается тестер инверторных двигателей. Вот так вот. В двух словах, если смотреть. Там, конечно, посложнее иногда бывает. Особенно частоту подобрать. Но это работает. Уже так делали мы Samsung один. Поэтому мне эти драйверы нужны. Они стоят-то копейки. Это не драйверы, а таймеры. Которые будет запускать сам драйвер. О, опять для DIY поделок. Хорошая штука. У меня такая в Dendy BTR стоит. Отлично, я ее переделал на 12 вольт. А это новая, короче. У них схема какая-то новая, походу, появилась. Смотрите, в чем прикол. Ее даже переделывать как там не надо было. Там выпаял резистор, другой номинал ставил. Даже два резистора, по-моему. А здесь у меня свой стабилизатор. И тут вот эти перемычки S1, S2, S3, S4, S8. Как я понимаю, S — это последовательное соединение. И литиевая. То есть вот так на одну литию, на литию, литий, а так до 8. 8 литиев, это каждые по 3,7. Ну, грубо говоря, 8,4. 30. Тоже 8. 4, 10, 40 вольт. 32 вольта. 32. 28 получается. Где-то вот максималка у нее. Ну, нормальная такая, да? Батарейка. А соединитель использовать можно и хоть до какого значения их делать. Вот здесь вот делитель поставить из резисторов. Что-то они прямо совсем упростили. Ну, так вот она выглядит, новая. Рублей стоит чем-то стоит. Ну, полезная штука для DIY, очень, очень нужна. Нужно знать, сколько там напряжения, и все. Понятно будет с устройством. Так. Тут что-то интересное. В таких коробочках обычно дорогое что-то. Могли положить мультиметр в коробку, а? О! Да. Подарок от наших братушек китайцев. Спасибо. Ну, подарок для обзора. Вот, на основной канал. Как всегда, Макс полгода теперь пилить будет. Мне подарили новый. Я его не буду распаковывать. Это сделаю прямо на обзоре. С Type-C, ROG чип, RK3399. Ну, в общем, это фарш. Это прям борщ такой. Какие-то кнопочки на нем есть. Это Orange Pi PI4 LTS 4G 16G. Вот так он. С USB 3, с LAN-ом. Ну, короче, это крутой микрокомпьютер, друзья мои. Очередная Sega Tank. Dendy BTR есть, теперь Sega Tank. Ладно, пока все это положу. Напишу, что пришло.
пусть он ждет хороший обзор. Ну, что-нибудь такое сделаем. Что-нибудь такое сделаем. Так, секундочку. Кто-то стучит, как всегда, не вовремя. А все-таки есть плюс в том, что помогаешь соседям. Хоть я и жаловался на то, что постоянно потом будут стучать не вовремя по всем вопросам. Но с гаража тут мой друган Денис подогнал кое-что интересное. Прикольно. В общем, понимаете, да? Тут на каждый по видосу надо, не меньше. Вот и пасеки, кстати, насчет пасеков, тросиков. Вот это звук! Жесть. Ну, хотя бы валик там есть. А то у нас в прошлом году не было валика. Ну, даже рабочий по-любому. Или там что-нибудь по мелочи отвалилось. Ох уж эти магнитолки. На больших. Модель АКУ-4150. На больших батарейках. Ну, вот это телек. Без понятия, что внутри. ЖК. Я даже примерно знаю, куда его можно засунуть. Вспоминаем. Дэнди. Телек. Ну все. Вот и сказанки конец. А кто слушал, молодец. Конечно, о многом еще хочется рассказать, но все это не вместится даже в этот колоссальный выпуск. Так что до встречи. Всем всего хорошего, хороших посылок, поменьше проблем и трещин. С вами был Макс Пауэр. Лайк, колокольчик, подписка. Чао.